Привет, меня зовут Чапара Ренкулова, я являюсь исполнительным директором ремесленной ассоциации Дайры, объединяющей всех ремесленных ассоциаций всего Кыргызстана, 37 ремесленных групп. В этот международный день я хотела бы рассказать о том, как наши мастерицы могут работать и делать все для развития устойчивого будущего. С целью решения этой задачи наши ремесленницы внедрили безотходное производство. Таким образом, из войлока, который необходим для шардаков, у нас делаются настенные панно из остатков и делаются подставки под горячее. Из тонкого войлока, который идет на фэшн-продукцию, таких как пальто, куртки и всевозможные изделия верхней одежды, они изготавливают также сувениры, броши, украшения. И есть такая технология, традиционная для кыргызского народа, как курак. В принципе, он всемирно известен как пэтчворк. И вот из остатков тканей, отходов, твердых отходов легкой промышленности наши мастерицы изготавливают всевозможные косметички, всевозможные сумки в этом стиле курак, и всевозможные настенные панно. И они достаточно пользуются спросом. Наша ассоциация делает все возможное для того, чтобы достигать этого устойчивого развития и плюс еще обеспечивать доходами сельских наших мастериц. И программа GTEX в этом очень сильно нам помогает. И вот эти вот методы, новые технологии, современные методы мы внедряем в наше производство. И также наши ремесленницы еще также способствует энергосбережению своего производства и использует солнечные батареи. И, как я уже говорила, продукция наших ремесленников, она очень востребована на внешних рынках и внутри страны и пользуется большим спросом.